Это происходит сегодня, но этого не происходило тогда. В те времена, о которых говорит бесстыжа, врет Кадыров, этого вообще не происходило. Поэтому не верьте в эту чушь. Спрашивайте у своих отцов, у своих родственников, у своих друзей, которые жили в то время. Спросите у них. Помните, Рамзан Кадыров давал интервью для арабского телеканала РТ, арабской редакции, точнее РТ. РТ это российский канал, но у него есть вот арабская редакция, есть английская редакция. И Кадыров тогда, он вернулся из своего арабского турне вместе с Путиным, помните, он ездил. И он дал интервью там для вот журналиста из этого РТ Арабик. И в этом своем интервью Кадыров упоминает один момент, очередной раз лжет, конечно. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас прослушали то, что говорит Кадыров, а затем я это прокомментирую, иншаллах. Из ваших слов мы понимаем, что ваххабиты и хариджиты одни и те же? Одни и те же на все 100%, потому что все, что они говорили в это время, вот во времена, да, первый раз, когда они появились, во времена пророка, да, саллаллаху алейхи ва саллям, потом после, да, он, того, как, да, он после пророка с ними воевал против, да, трупа, вот я говорю, то, что тогда они делали, то, что тогда они призывали, вот 1400 там сколько лет там это у нас было, да. И все, что они говорили тогда, призывали, все, что они делали, резали, да, детей, да, убивали женщин, стариков, все, что вот они тогда совершали, они совершали у нас, да. После, да, прошло 1400 больше лет там, поэтому и для меня вот те хаваджиды, вот то же самое, я думаю и всегда вот говорю, что это ваххабисты, да. Когда этот корреспондент задает вопрос Кадырову, типа вот ваххабиты и хариджиты, вот, вы убеждены, что это одно и то же, он имеет в виду тех ваххабитов, тех людей, которые у нас в республике жили и живут, и которых Кадыров называет ваххабитами, шайтанами и так далее. И Кадыров, отвечая на этот вопрос, он говорит, да, безусловно, он говорит, это одно и то же. И далее он начинает уже, он уходит в прошлое. Он говорит, вот все то, что делали во времена пророка, мир ему и благословение Аллаха, тогда хариджиты, то же самое делали и у нас. И когда он говорит и у нас, он тоже уходит в прошлое. В 90-е годы, в период между двух войн, он говорит об этом периоде, когда у нас вот только появились вот эти вот разделения на ваххабитов, суфистов там и так далее. И он говорит об этом периоде. И далее Кадыров начинает вот эту вот свою ложную пропаганду. Он говорит, они делали все то же самое. Убивали детей, резали детей, говорит Кадыров. Я задавался себе вопросом, для кого? Для кого это говорит Кадыров? Ведь мы-то жили в это время, мы прекрасно знаем, каково было тогда. И я нахожу ответ только один. Эта пропаганда, она в первую очередь ведется для так называемого поколения Путина. Это те наши молодые люди, чеченцы, которые родились и выросли при Путине, при Кадыровых. Те люди, которые не видели Ичкерию, они не видели вот этих времен, о которых говорит Кадыров, про которые врет Кадыров. Они этого не видели. И также это, конечно же, пропаганда и для мирового сообщества, в том числе и для арабской аудитории, потому что этот канал вещает для арабов. И для них вот эти вот пресловутые ваххабиты чеченские, их представляют такими извергами, которые у нас убивали детей, резали детей, говорит Кадыров. Он не просто так это говорит, вы понимаете, это не просто... Сейчас, наверное, оправдываясь, Кадыров опять скажет, что это такая вот... Такие обороты речи, это вот в чеченском языке у нас есть такие обороты, да, это я просто его на русском языке сказал и будет прочую чушь нести. Но Кадыров... У него есть одно видео, где он рассказывает о том, как якобы какие-то воины, ну, как он их называет, ваххабиты, якобы они пришли к какому-то сотруднику, чтобы его убить. Значит, убили этого сотрудника, ну, предателя, да, сотрудника российских силовых структур. И затем якобы они взяли и его ребенка малолетнего тоже ударили о стену, и он типа до сих пор является инвалидом, и вот прочую чушь рассказывает Кадыров. Я хочу, прежде всего, для наших молодых людей, для нашего молодого поколения, поколения Путина, так называемого, я хочу им сказать, это ложь.
У нас были действительно случаи в республике, когда убивали малолетних детей. На моей памяти есть такой один случай, он произошел во время Первой войны, когда республика была уже в большинстве своем оккупирована российскими войсками. Этот случай произошел в селе Пригородном, рядом с Грозным. И тогда это вызвало огромный резонанс. Огромный резонанс, там была убита целая семья, в том числе и малолетние дети, даже ребенок в колыбели там был убит. И угадайте, какие ваххабиты совершили это мерзкое, отвратительное, ужасное преступление. Это были российские солдаты. Это убийство было совершено российскими военными. Они были теми самыми ваххабитами, о которых говорит Кадыров, которые резали, убивали детей. И нет больше на моей памяти ни одного случая, чтобы подобное мерзкое преступление было сделано чеченцами, пресловутыми ваххабитами или кем-либо другим. Я не помню. Да, российские военные, они уничтожали детей, стариков, женщин, кого угодно. Они никого не щадили. Достаточно просто вспомнить Самашки, где они убивали стариков и женщин. Достаточно вспомнить, это первая война Самашки. Достаточно вспомнить Алды, это вторая война, где также были убиты беспомощные старики и женщины. И все это делали российские военные. И нет ни одного случая, Кадыров, если Кадыров вот не будет лгать, если он сможет доказать хоть один случай, где так называемые вот эти ваххабиты убивали, как он говорит, женщин и детей, то пусть он предъявит. Не верьте в эту чушь, это все... У нас до появления Кадырова, до появления вот этой вот российской наместнической власти в нашей, на нашей земле, у нас никогда не было такой практики, чтобы не то, что детей, а взрослых сыновей убивали, привозили, отдавали родителям и говорили, а ну-ка закопайте их быстро, и чтобы никаких, значит, не было похоронных процессий. У нас такого не было, валлахи, не было. Поэтому не верьте в эту ложь, которую он распространяет. Сегодня, да, у нас это происходит. Сегодня у нас отец привозит своего сына, я сейчас говорю про Турпала Исраилова. Отец привез его, когда кадыровцы приехали и сказали, что они хотят его там допросить, его не было дома. Отец сказал, хорошо, я привезу вам своего сына. Отец взял своего сына, отвез и отдал в руки кадыровцев. И на следующий день они привезли его тело. Привезли тело и сказали, твой сын шайтан. Поэтому быстро, ночью, сейчас же, закопай его. И чтобы никаких похоронных процессий не было. Вот что сегодня делают. Поэтому вот те самые хариджиты, о которых говорит Кадыров, это никто иной, как они сами. Потому что они делают все то, что делали те хариджиты во время посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, описывая хариджитов, говорил, что они будут читать Коран, потом закидывать его за спину и нападать на своего соседа, обвиняя его в неверии. Именно это сегодня делают Кадыров и его банда. Они с минбаров рассказывают нам о том, как нужно любить людей, как нужно жить по исламу. Они читают нам Коран, они показывают нам школы хафизов, выпускников которые, из этих школ хафизов, которые наизусть выучили Коран. А потом нападают на нас, понимаете, забросив этот Коран за свои спины, нападают на нас и убивают нас. И так были убиты, 27 человек были казнены. За что они были казнены? За что был казнен Хазир Ежиев? За что был казнен Турпал Исраилов? За что всех этих людей казнили? Это происходит сегодня, но этого не происходило тогда. В те времена, о которых говорит бесстыжа, врет Кадыров, этих вообще не происходило. Поэтому не верьте в эту чушь. Спрашивайте у своих отцов, у своих родственников, у своих друзей, которые жили в то время. Спросите у них, какова была тогда практика. Да, тогда было много негативных моментов, но вот подобного беспредела
Подобного терроризирования народа тогда не было. Это ложь. Интересуйтесь. Ни в коем случае вы так слепо не верьте и не доверяйте в эту ложь.